Ну, вообще, прежде всего, конечно, чтобы была классная погода, потому что, когда классная погода, люди все хотят выйти на улицу. В общем, мы желаем, чтобы у вас не было дождя. Жизнь есть то, какой смысл мы ей придаем, и ценность города, она ровно такая, какую ценность мы ей определяем. Поэтому я считаю, что свою родину нужно обязательно любить. Свой угол, свой двор, свой центр, своего мэра. И вот нужно настолько быть в этом смысле патриотичным, и тогда и город, и люди, которые, и соседи, и будут отвечать тем же. В общем, мы за любовь к чему-то своему родному. Потому что эта энергия нас абсолютно питает.